Начну с политики. Единороссы и общественники Сургутского района решили объединить усилия. За круглым столом собрались члены политсовета местного отделения партии и руководители всех общественных организаций района. Большую часть времени обсуждалась подготовка к предстоящим выборам глав поселений, которые состоятся в сентябре этого года. Участники встречи подписали соглашение о сотрудничестве. Нас всех объединяет любимая территория, любимый Сургутский район. Поэтому независимо от того, где мы находимся, где мы работаем, безусловно, наша вся жизнь посвящена интересам района. Общественники и единороссы на этой встрече обсуждали две темы – организацию празднования 90-летия района, которая будет продолжаться весь текущий год, и проведение выборов в органы местного управления 10 поселений. Они запланированы на 8 сентября. Инициаторы встречи, члены политической партии, отметили, без промахов на предыдущих выборах не обошлось. Ну, не опирались на ваши общественные организации, выборы в Лямино. И там, значит, если кто знает, выборы выиграл ЛДПР. Я вам хочу сказать, паралич, никаких общественно ориентированных проектов не только не делается, вообще ничего не делается. Людей всех поувольнял, сам на больничную ушел. И единороссы решили активнее сотрудничать с общественниками. Представители профсоюзных, ветеранских, национальных, молодежных и прочих организаций призвали выдвигать на выборы своих кандидатов и пообещали их поддержку со стороны партии власти. При условии, что общественники обязуются сотрудничать в деле реализации социально значимых проектов и воспитании политической культуры населения, стороны подписали бессрочное соглашение. Люди готовы жить, действовать, активно принимать участие в деятельности поселения. Поэтому мы должны работать с одной командой. Предвыборная кампания практически любой партии строится на определении главных проблем территории и предложениях по их решению. И общественники получили возможность высказаться о наболевшем. У нас есть очень глобальные, конечно, темы. И программы предвыборные, чтобы не начинались со слов только «вот мы снизим тарифы за ЖКУ». Неоднократно уже было сказано и нами, как профсоюзами, и руководителями органов управления здравоохранения различного уровня, да, и везде по обеспеченности медицинскими кадрами на местах. Вы сами прекрасно знаете статистику, это примерно 50% недоукомплектованность кадрами. Кстати, Александр Суровов предложил решать проблему кадрового дефицита в системе здравоохранения района с помощью принудительного распределения выпускников вузов, которые учились на бюджетной основе. А соглашение о сотрудничестве между общественниками и единороссами, вероятно, приведет к тому, что кандидатов-единомышленников на предстоящих выборах будет больше. Анна Степанова, Яна Сутермина, Матвей Ященко, телерадиокомпания «Север».